Шашлык из говядины по-грузински. Для приготовления понадобится: вырезка говядины килограмм, лук 2 штуки, зелень петрушки, винный уксус 2 столовые ложки, перец, соль, лавровый лист. С мяса срезать пленочки и сухожилия. Затем нарезать его кусочками по 25-30 грамм и сложить в миску. Лук мелко порубить, добавить в миску. Туда же положить зелень и специи. Добавить винный уксус и хорошо перемешать. Мясо накрыть крышкой и промариновать в холодильнике 1-2 дня. Готовые шашлыки нанизать на шампуры и жарить над углями, периодически их поворачивать.